Более 5 миллиардов рублей выплат жители Башкортостана получили по больничным листам за прошлый год. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 8%. В сумму также включены выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования отметили, рост выплат связан с ростом среднедневного заработка, а не с увеличением болеющих граждан. Количество нетрудоспособных дней снизилось на 134 тысячи. За 2017 год более 7,5 миллионов. Напомню, Башкортостан входит в топ-10 регионов страны по объему расходов на социальную политику и социальную поддержку населения. Объем финансирования данных статей в 2018 году в регионе составит 43,5 миллиарда рублей. Это 8-е место в России и первое в Приволжском федеральном округе.